Все любили барахло, занимались барахлом. Отвели ему крылечко, а заполнился весь дом. Я живу на барахле, я живу на барахле. Сплю ем из барахла, сплю ем из барахла. Из него построю лодку и уеду, хей, ла-ла. Всем большой привет! Я сейчас на свалке, как вы видите, Нашла вот такую чугуну, там басанко, это чугунная. Сейчас она сделана в Китае. Увидела на eBay, она идет за 7. Я здесь за нее 6 заплачу. В общем, пока я здесь лазила по свалке, получила сообщение на eBay, что помните, недавно в моем видео, называлось «Распаковка». Я дома сидела, показывала вам антикварный альбом. Еще всякие находки со свалки, если вы не видели это видео, оно сейчас появится у вас где-то, думаю, в правом верхнем углу, ссылка на это видео. Я на свалке нашла такое, знаете, стульчик, такое кресло, оно вообще миниатюрное, оно мне на ладонь помещается, вот такого оно типа размера, да. И ты можешь это поставить себе на комод, и вот тут эта подушечка лежит, и ты сюда эти булавки... ну, складываешь или вставляешь. И оно было в коробке, потому что я любила этого, эту художницу, я люблю творчество и все. Я подумала, я себе куплю, потом я стала думать, зачем оно мне, я не шью, я не шитя и все. И сейчас я получила сообщение, что у меня его купили за 95 плюс отсылка. $95 США, девчонки. Так что свалка, да, свалка меня кормит, и кажется, что это куча хлама. На самом деле здесь можно найти офигенные вещи и даже зарабатывать неплохие деньги. Я знаю, здесь несколько людей, они зарабатывают очень неплохие деньги, но это надо полностью вкладываться в это дело и все. Я полностью вкладываться не могу и все. В общем, буду сейчас вам показывать, что я нашла, и потом мы с вами еще полазим в бинах. Видите, кто-то это пытался продать на гаражной своей распродаже. Сейчас делаются очень много гаражных распродаж. Это настоящая кожа, очень мягкая, от компании Lavender. Вообще, я увидела, что сумки от этой компании неплохо идут, но это такая, знаете, я бы сказала, travel, такая косметичка, то есть это с собой везти, тут много компартментов, я думаю, она более мужская. Сейчас еще вот здесь вот я вижу. Но это можно обрезать. И это не важно. Это, знаете, вот так вот ее имели. Не имели, а носили, точнее. Я думаю, я ее возьму. Думаю, она мне где-то $20 будет стоить, пока сюда положу. Так, следующее я вот нашла такой валик. Это для вот этих вот скрэпбукинг. И вы знаете, такой валик, он не дешевый в магазине. Он в магазине где-то стоит $30. Я не шучу. Я не знаю, если я его смогу продать. Мне он лично не нужен. Очень классный. Пока что я думаю. Нашла вот эту вот всю кучу. Как я это называю? Куча тут. Скатерти, салфетки. Но я это сейчас все открою. Они здесь музыку включили. Сегодня они бины сказали, будут менять 12 часов дня. То есть 2 часа я тут могла лазить. Сейчас мне надо это открыть. Так, сейчас я открыла. Значит, вот это вот отдельно. Это, видать, такая скатерть. Так. Я вот сейчас подъехала со свалки. И это возле моего дома. Это относится к нашему дому. Мы за это платим. Это бассейн. Видите, здесь много скамеек. Я подумала, я могу вот на этой скамейке, знаете, сделать фото своих этих скатертей, что я нашла. Потому что я ехала, знаете, думала. Я постоянно нахожусь в своей работе. Мне нужно ее постирать, тут кое-какие пятнышки. Я думаю, они отойдут. Я стираю порошком, плюс еще OxyClean. Вот это вот, это... Обычные шторы, это ничего не винтажное, оно не ценное. Это такое из дешевого. Тут вот такие салфетки идут. Но это не то, что я ищу. Вот это похоже на лен. Шитье. Похоже на лен. Так.
И вот тут вот множество идет салфеток всяких. Сейчас надо их вытащить. Бабуси сегодня нет, потому что если бы сегодня была бабуся, она такое любит. Она бы это взяла бы точно. Вот это вот симпатичное. Я уже думаю, что я поеду домой. Я даже знаю, куда я пойду это все фоткать. Вот это вот в пятнах. Вы мне писали, спасибо большое, как пятна выводить и все. Но хочу сказать, что, знаете, буду с вами честна, скажу, что вам, что мне некогда этим заниматься, выводить пятна. Это кто-то вышивку делал. Какая-то девушка. Так. Сегодня совсем неплохо. У меня опять полная телега всего. И я далеко не все выставляю. Мне писали, спрашивали, как ты успеваешь все выставлять. Я не выставляю все. Я покупаю. Я несколько мешков опять отвозила в секонд-хенд на этих выходных. Я ищу, чтобы тут не было пятен. Но я вижу, по-английски это называется cross-stitch, что это крестиком вышито, и это надо всегда писать заголовки. Потому что есть женщины, они именно это будут искать. Вот еще одна такая. Так, что здесь? Это льняные салфетки, похоже, как 60-е, 70-е года, как мне это выглядит. Такая малюсенькая, она вся в пятнах, ее мне не надо. Вот это вот и все. Вот это какая-то ткань. И вот тут вот еще. Я вот такие вот пакеты, я их тоже себе покупаю. Потому что, когда я на свалке нахожу одеяло, вот эти вот стеганые, в смысле patchwork, помните, я показывала? Это, кстати, льняная скатерть, вот это вот. То я эти одеяла, я их в этих пакетах отсылаю. Поэтому на свалках можно искать эти пакеты. Я не знаю, тут, видите, такие концы. Я это не возьму. Эти салфетки обычные. Вот эту, я думаю, я возьму с вышивкой. Что тут еще есть? Это с пятнами. Я как-то находила за 1929 или 1915 год здесь эти салфетки. Но я их не за много продала, я их где-то продала за... Тут вот тоже пятна. Я их продала где-то за 15. Но если я платила за них копейки, то 15 долларов это тоже деньги. Следующее, я нашла такого петуха. Видите, он сделан как бы... Как это называется? Карюку. Здесь вот подсолнухи. А никаких это опознавателей, никакой компании. А я не думаю, что он за много будет идти. Я думаю, что он будет продаваться где-то за 10. Он очень легкий, и это не такое невысокое качество. Когда легкий, невысокое качество, это небольшие деньги. Я его буду оставлять. Следующее, я нашла такую тарелку. Здесь написано «С Рождеством, 1975 год». Здесь написано «Staffordshire, Англия». Я еще не знаю, почем она идет. Если бы это был мой год, я бы ее купила. Я на год меньше. Я 74-го года, это 75-й. Хочу сейчас увидеть. Сегодня много посуды, кстати, было. В общем, она ни за сколько не продается. И я не хочу, у меня очень много посуды, я ее оставляю. Вот это вот я тоже сейчас выкинула. Нашла вот эти вот. Это бумага с конвертами. Мне это тоже не надо. И вот это вот я оставила новое. Это что-то ванну. Я не знаю. Мне оно не надо. Я вот нашла такую коробку. Так вы подумаете, нафига кому это надо, да? Знаете, что на Etsy точно такая же выставлена сейчас за 70, 69, 99. Да. Единственное, что я вижу, что вот это вот не цепляет, как тут. Его можно было бы немного вытащить дома, чтобы оно цепляло. Так у него вид неплохой. Но дело в том, что я люблю видеть, сколько людей покупают и как оно идет.
А купить это и сидеть с этим, я не знаю. Оно большое, оно тяжелое. Я нашла здесь это Ralph Lauren Small. Здесь написано 100% wool и rabbit hair. В общем, кролика шерсть или, да. Но я это не буду покупать. Нашла вот эту винтажную наволочку. Но она только одна, и это не вышивка, я ее оставляю. Я опять нашла Chanel, потому что увидела number 5. Обычно это от Chanel. Это чья-то коллекция мыла. Потому что Chanel, потом идет вот это. Я не знаю эту компанию. Но здесь, видите, написано Франция. Это тоже какое-то винтажное мыло. То, как оно выглядит. Так. Потому что есть люди, они любят мыло, и они покупают винтажные мыла. Еще вот это вот. Я не вижу тут имени. Оно сделано как какая-то ракушка. В общем, ладно. Это кульки я взяла. В общем, ничего такого особого я не взяла больше. Как мне кажется. Что-то тут кидала в свою эту телегу. Это вот я себе взяла. Потому что я сейчас это... занимаюсь собой очень сильно, потому что я хочу назад заиметь свою талию, какой я была, когда я выходила замуж. Потом я вышла замуж, и я думала, что меня будут всю жизнь любить. Угу. Да, это что-то новое, я не знаю, какая-то кофточка small, я ее не буду покупать. Мыло это пока положу, потом надо будет глянуть. И пакеты эти. Так. Что тут еще кидала? Ой. Надо это как-то вытащить. Вот это вот новое. 2020. А, это Paper Source. Так это 2020 год. 2020. А сейчас 21. Так что оно не актуальное. Вот это вот AccuCheck. Это вот эти вот ампулы. Они, кстати, не из дешевых. Самое главное, чтобы они были запечатаны. Я люблю находить всякие такие штуки по медицине на свалке. Что это такое? Это какая-то маска. Sweet Dream Sleep Mask. Вы, может, себе это... Похоже, что ее вообще не использовали. Сейчас надо ее вытащить отсюда. Такая симпатичная бархатная маска. Я думаю, я ее себе возьму. У меня нет маски. На всякий случай. Это тоже вот эти вот. Но они, видите, тут скрыты. Но они здесь в пакете. Не, это пакет открыт. Значит, это не пойдет. Окей. Оно у меня само упало. Я не знаю, что у меня тут. Ой. Это Майнкрафт. Что это такое? Я не знаю. Херню какую-то кидала себе в телегу. Вот это вот Hallmark The Decision. Оно новое. Стоило 10 баксов, я не знаю. Но много весит. Лифчик нашла. Victoria's Secret. Victoria's Secret. Неплохое состояние, его возьму. Для идиота. Вы знаете, девочки. Идиотов на свете очень много. Так, Cielo Glow. Это винтажные. Видите, сделано в Пенсильвании, Питтсбург. Made in USA. Потому что если бы оно было в Китае. И эта упаковка где-то 50-е годы. 50-е, 60-е годы. Вот эта вот штука. Не знаю, нашла для мороженого какой-то кошелек. Сейчас надо его вытащить. Такой массивный кошелечек тут. В общем, такой. Я не вижу, чтобы это была какая-то компания или шо. Такой тяжеловатый, я бы сказала. Но он неплохой. Я еще не знаю насчет него. Вот этот вот хочу. Я вот это вот буду в свой пакет класть. Так.
Сейчас мне надо очистить, потому что они сейчас будут менять бины. Нашла кучу вот так, видите, в пакете. Куча ниток по вязанию. Вот эти вот новые. Quick. Bernard. Soft Bounce. Я не знаю, что это. Какой состав этих ниток? Афган. Гроше. Я не знаю, мне их надо глянуть. Нашла трансформер. Это самолет. И вот здесь вот логотип. Трансформер. Это, похоже, это самолет. Вот такую вазочку нашла. Вазочку я сейчас назад отнесу. Это выглядит как Мельфиори. Но я не знаю, что это за компания. Вот это вот неплохая штука. Это отбивные делать. Вот так вот делаешь, видите? Не знаю, думаю, это себя. Так, что еще? А, что Бог послал? Вот эту нашла. Это Longa Burger Pottery, сделано в США. Значит, это компания, в основном они делают плетеные корзины. Если вы найдете этой компании корзины плетеные, они могут идти за очень неплохие деньги. По 100, по 200 даже долларов. Да, это только надо напасть на такое. Ладно, сейчас я гляну эти нитки, если они по чем-то идут. Чего тут только нет. Сюда идешь как все равно, что на рыбалку. Никогда не знаешь, что ты отсюда вытащишь. Что ты отсюда займешь. Вот это вот и все. Мне надо сейчас это повытаскивать. Я вот еще кинула что-то такое. Что это такое? Это такое покрывало для ребенка. И оно абсолютно новое. Блять. Взяли, выкинули, в секонд-хенд сдали. Еще нашла какую-то футболку Miami. Miami Red Fox. Да, да. Ладно, надо глянуть. Я нашла вот такую блузу. Я когда была это, от компании Neiman Marcus Robert Rodriguez. И это Neiman Marcus for Target. Я сейчас нашла на eBay. Я не знаю, как люди так продают. Точно такая блуза была продана за $3. Какие-то копейки с бесплатной отсылкой по США. Она весит 1 паунд. Здесь отсылка будет $8 минимально. Я не знаю, как люди так продают. Я не знаю, что у них за бизнес в кавычках. В общем, я уже тут половину очистила, обчистила, повыкидывала. Я не знаю, что это такое. Я нашла непкин. Это кольца какие-то. Бакс этот пока я оставляю. Нашла еще такой кусок. Это лиса, по-моему. Здесь вот как хвост. Да. Жалко. Животное жалко. Я не знаю, какой-то мех. Я это взяла вам показать. Я это не покупаю. Нашла еще вот какой-то тонинг систем. Что ты там бегаешь, прыгаешь в таких позах и надеешься, что ты похудеешь. Сейчас уже почти ни у кого нет этих компактных дисков, поэтому такое лучше не покупать. Потому что нужно думать, у кого компактные диски, кто будет это все ставить и так далее. Сейчас они меняют бины, я еще здесь побуду и поеду до дому, до хаты. Я взяла вот эти вот нитки. И я вам показывала. В общем, особо сегодня так ничего нету. Может, сейчас что-то найду, но не знаю. Надежда есть всегда. В общем, будет видно. В общем, я подумала, что я эту вазу покупать не буду. Она в изумительном состоянии, по-моему. Нет, она не в изумительном состоянии, вот здесь побита. Хорошо, что я увидела. Эти нитки, я думаю, я их тоже оставлю. Вот нашла эту сумку кожаную.
Здесь написано, что это сумка от компании Clarks. Здесь вот Clarks. Ее кто-то продавал за 50 центов. По-моему, на каком-то... Я не знаю, если я ее возьму или нет. В смысле, если я ее буду покупать, я думаю, эту вазочку я сюда положу. В эту сумку, я думаю, я ее буду оставлять. И эти нитки я тоже оставлю. У меня есть нитки, мне надо их выставить, я все не выставляла. У меня здесь, видите, еще кошелка. И я сюда кидала. У меня здесь какая-то фигня. Типа вот это. Такой браслет, но это бижутерия. Что-то напутано. Ладно. В общем, вот это, эту обезьяну тоже надо сейчас назад. Это обезьяна с Lion King. И я еще нашла тапки. Я понимаю, что это тапки от компании North Face. И они пуховые. Они в очень хорошем состоянии. Для North Face. Я даже не знаю, куда в таких ходить. Может, по дому. Сейчас вот пены меняют тоже. Но я сейчас уже иду домой, потому что сейчас уже сколько? Половина второго, я здесь 10 часов. И за 10 часов это все, что я имею. Сейчас вывезли эти бины. Can I help you? No. Здесь возле меня стоят, мне дышат на шею. Так что я подумала, я сейчас еще поснимаю, вам покажу. Кто-то выкинул свой диплом Indiana University. Congratulations. Хорошо, что они выкинули свой диплом. Здесь очень много побитого стекла. Лак для ногтей. Очень много. Не так. Я думала уже уходить, я подумала, останусь, гляну, может еще что-то найду, мне как-то повезет, может еще. Что тут? Какие-то вещи. Вещи, вещи, вещи. Где много? Какой-то ангел. Она светится, должна светиться. Sony камера. Пока возьму, потом гляну. Так, Барни. Тут вообще можно целый день быть. Adventure awaits. Так что это за куколка? Тут много мексиканцев. Они тут ищут какие-то всякие коробки. И они находят там. Такие, ну, тоже пока возьму. И там находят, бывает, всякую бижутерию. Это так стал специально, не могу пройти. И сзади меня пихают телегой. Это вот симпатичная, винтажная. Я их никогда не покупала. Я знаю, что женщины покупают. Я пока воздержусь это покупать. Потому что я плохо это знаю. Я не знаю, почем оно может идти. Что-то нашла и стоит. С этой коробкой.
А вот эта неплохая. Думаю, мне она. Мне она нужна. Что это такое? Тейблклот. Я жду, чтобы она отсюда ушла. Я вижу, что она отсюда не уйдет. Это лампа такая. Люстра, точнее. Сделана как пробка. Очень классная, кстати. Она, видать, столько будет стоить, что мало не покажется. Это что-то пустое. Это елочные игрушки. Что это за компания? Никакая. Тоже нитки. Ангел побитый. Этот мяч можно туда. Это какие-то краски. Вот и color paint. Это дзюдо. Это тоже тут еще. Обычно она уходит довольно рано. Глоб. Coloring pass. Постер. Какая-то папка объемная, гляньте. Классно. Это положу себе. Так. Очень много стекла. Это ноты винтажные. Но я уже как-то ноты покупала. Я их пока что не смогла продать. Сейчас стану, где я иду, пошел. Так. Винни-Пух. Альбом. Где-то за 90-е годы альбом. Что тут? Какие-то железки. Ладно, я думаю, я на этом буду уходить. Больше ничего не вижу. Где-то моя телега. Что-то ее потеряла. Вот она. Этот вот ящик, он неплохой взял этот. Металлические. Алис Коттедж. Алис Коттедж. Сделано в США. Hi, what are you doing? Hi, how are you? You're videoing. Yeah. Are you vlogging now? Yeah. Huh? I'm showing on YouTube. I don't like that, sorry. You don't only like what I show? It just tells everybody where to shop, so it's telling people where to go, and it just messes. Well, my audience is like overseas. Oh, I see, okay. So they that's cannot come different. Here. Yeah. Yeah. But American people, that's how they found out about the dinner. How did you find out about the games? The kids doing videos on clothing and stuff.
Yeah, but I'm asking, how did you find out about the business? Because it was 5 minutes from my house. Oh, so you decided to swim. You know the back. One on Georgetown that we used yeah, to used go to? Yeah, used to go. That's why, because that's where I live. And I've always secondhand shop, so. Mm-hmm. Here's another cup. Yeah, they're new. I'm good. I don't need them. Mm-hmm. I've always been a secondhand shopper, so it's just something my mother taught us. Угу. Это эта женщина была. Я ей иногда даю эти скатерти, и винтажные скатерти. И она сказала, что она не любит, чтобы на YouTube помещали, потому что многие люди узнают. И это создает большую конкуренцию. И она сказала, потому что очень многие вышли на YouTube и показывают, где что покупать и находить. Ну, на YouTube миллионы людей это показывают уже. Вот. Я ей сказала, что моя аудитория находится через океан. Поэтому вы сюда прийти не можете. Ну, когда-нибудь вы придете. Ну, а потом это ж не такая большая тайна. Вот тут свадебное платье и фата. Можно вот найти. Я не знаю, что они там говорят. Я ничего не понимаю. Не то, что не понимаю, ничего не слышу. Это Ольга Левчик. Ну, я думаю, что я пойду. На это вот конец.